Очередное выездное совещание в рамках партийного часа состоялось в территориальном управлении «Большие Везёмы». В нем приняли участие активисты местного отделения партии «Единая Россия», сотрудники теруправления, члены местного политсовета и первичных отделений, а также представители социальных учреждений. Главной темой повестки стала необходимость выверки состава первичек с целью исключения пассивных членов и привлечения новых инициативных сторонников. Также обсуждались вопросы реализации партийных проектов и взаимодействия с властями.